Всем привет! Сегодня я бы хотел вам рассказать, как выбрать надувное оборудование для дома, которое подойдет для небольшой гостиной и поместится в детскую комнату. Нам нужно такое оборудование, чтобы легко можно было достать, надуть и позаниматься, не рискуя повредить ничего из домашнего окружения, ну и, конечно, не получить травму. Для начала прикинем, сколько квадратных метров наша комната. Пусть она будет в среднем от 8 до 12 метров, а высота потолков возьмем, пожалуй, 2,5 метра. Нам отлично подойдет акробатическая дорожка-взлетка. Ее длина как раз 2 метра, толщина она бывает от 8 до 34 сантиметров, но я бы рекомендовал брать от 15 сантиметров, так сказать, на вырост. Дорожка позволит ребенку продолжать осваивать элементы, которые они начали учить вместе с тренером в зале. И родители будут спокойны, так как дорожка мягкая и не позволит получить серьезных травм. И ребенок будет понимать, что его 2 метра – это и есть безопасная зона для выполнения элементов. А если ребенок начал выполнять уже такие элементы, которые требуют помощи от тренера – страховка. Как быть в такой ситуации? Ведь родители не всегда понимают, как же там тебя тренер-то держал? В этом случае нам поможет надувной гимнастический фляг-тренер «Сальтуй». В чем польза для ребенка? Я бы даже сказал, для родителя. Ведь теперь мамам и папам не придется выдумывать, как бы там тебя поддержать, ведь за них это будет делать снаряд «Сальтуй». Что же нам еще может пригодиться для тренировок дома? Давайте посмотрим на надувной спортивный гимнастический цилиндр. Он подойдет для растяжки спины, также поможет тянуть шпагаты и выполнять перевороты и фляг. Вот мы и собрали из небольшого числа снарядов небольшой спортивный зал, но только в домашних условиях. А еще не стоит забывать, что все оборудование сдувается и надувается. Позанимались, сдули, и это легко можно убрать или в шкаф, или под кровать. Очень удобно. Если ваш ребенок потренировался на тренировке и хочет продолжения, не стесняйтесь обращаться в компанию Time Trial Air. Ребята подберут для вас все необходимое оборудование. Ну что ж, а я с вами прощаюсь. Тренируйтесь и будьте здоровы!